посмотрим хоккей. Девчонки бегают. Привет, друзья. Ну вот, вышел сегодня на улицу, утки у нас гуляют тут по полям. Ребята, можно спросить у вас, вы хоккеисты? Да. Дмитров, да, хоккейный клуб. А что, тренировки проходят нормально, да, у вас работает? А когда будет открыт дворец спорта, чтобы посмотреть вот какие-то соревнования вот с вашим участием? Сейчас в 5 часов будет игра Торнадо. Да, сейчас будут девушки играть. И можно проходить? Да. А, что-то объявление. Ну, огромное спасибо. Как у вас успехи? Хорошо. Уже в профессионалы, да, собираетесь, да? Как бы да, так. Да, там. Ну, у вас же специализированная школа. Да. Ну ладно, молодцы. Вот Дмитров вас всех увидит. Это Дед Шурави снимает сегодня очередной репортаж. Как? Еще раз. Дед Шурави. Спасибо. Все, ребят, удачи. Спасибо. На коньках. Я просто сам бывший хоккеист. Понимаете? Не похож? Да. Так, не особо. Так, а мне сколько лет тоже? Так. Дацука, помните? Да. Кто его тренировал? Его тренер Дацука. А, самый первый. Где он начинал карьеру хоккеиста? Ну-ка, ну-ка, интересно. Ребята из хоккея, что знают, сейчас я им подскажу. Я вам расскажу. Он начинал свою карьеру хоккеиста в Свердловске, в Екатеринбурге. На спорткомплексе «Снежинка». Ну, вот такой же спорткомплекс, где готовят юных хоккеистов. И первый тренер его был Голоухов, который умер несколько лет. Заслуженный тренер России и Советского Союза. Вот это мой первый тренер тоже. Или Виктор Голоухов, или Валерий Голоухов. Поняли, да? Вот кто Дацука тренировал первым. Пока он был вот таким же парнем, как вы. Вот. Все, давайте. Удачи. Пока. Ну вот, ребята, мало кто, мало что знает. Но вообще интересно поговорить с ребятками. Тренировки идут, значит, у нас в принципе открыт у нас дворец спорта. Если там проходит даже соревнование, ничего себе, объявлений нет. А в 5 часов Торнадо женский клуб будет играть. Ну а что, можно сбегать. Все, ребята, сейчас поговорим о... Я надеюсь, что удастся поговорить о прорыве технологическом в России. Кто его будет делать? Все, ребятки, салют, пока. Обнимаю. Ребятки, ну у нас небольшое событие на нашем ручье Березовец. Обратите внимание, рыжая утка. Он еще что-то ловит там. Это огорь. Достаточно редкая уточка. Очень красивая, оранжевая. Но в Москве их много, а вот здесь впервые вот такой огорь прилетел. И утки вокруг него тусуются. Он обратил внимание, что я его снимаю. Вылез. Так, пытается вылезти на снег. Так, давай. О! Вот, ребят, подивитесь на огорь. Это дикая утка, и она крупнее, чем обычная вот эта серая уточка, которая у нас плавает. Вот такие дела, ребята. Красотища просто. Поехали дальше. Это Дмитров. Речка у нас Березовец в этом году. Наш ручей, в общем-то, тьфу-тьфу-тьфу, чистый. Даже огори прилетели. Вот он что делает. Смотри, крылья расправлял. Классный. Вот такая штука. Пока один. Один огорь. Ребят, попал во дворец спорта. Женский чемпионат по хоккею. Сегодня какой-то плей-офф. А, ни одного объявления в городе нет. И быть не может. Вот так вот мы рекламируем и рассказываем про отечественный хоккей. Надо было мне по-другому, да, назвать. Здравствуйте, любители отечественного хоккея, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в Ледовом дворце спорта Дмитрова. И сейчас посмотрим хоккейный турнир женский, о котором ни одного объявления не было в газетах, СМИ. Ну, в общем, я не видел, так случайно. Посмотрим сейчас,
что это такое, что происходит. Приятно осознавать, что дворец спорта наш все-таки работает в рабочем состоянии. Ну, поехали, поглядим. Разрешите пробежать? Да, конечно. Спасибо. 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 Ну так интересно, интересно. Хоккей, ребята. Все клево. Сейчас попытаюсь узнать. Ребят, два слова. А наши с кем играют? Что? Кто здесь наши? Наши Торнадо, Дмитров. Бирюза. С кем играют? Бирюза. Да. Бирюза вроде как-то, а не Бирюза. А какой город? Да, нам не важно, мы все равно вынесем. А, вы тоже хоккеисты, да? А вы из какого города, парни? Мы здесь, Динамо. А, понятно. Не, вы их вынести, понятно, это женский чемпионат. Это женский, вообще первый раз здесь. А, вы дмитровские хоккеисты? Нет, дзюдоисты. А, дзюдоисты, вот, понял я про это, я все, все, ребят, молодцы, да. А скоро соревнования будет, нет? Нет, а, пришли посмотреть. Пока мы в сезоне. Все, ну, мне кажется, вы где-то приезжие, да, все-таки, парни? Да. О, а сейчас дмитровские. За Динамо. Откуда приехали? Я с Ногинска. С Ногинска. Московского. Московский, все, все свои. Все, парни, спасибо. Спасибо. Ну, ребят, все, в общем, посмотрим хоккей. Девчонки бегают. До конца первого периода осталось 13 секунд, ребята, досмотрим. Счет 0-0. Бирюса Красноярска, Дмитров Торнадо. 9 секунд до конца. Никто не забил. Все побежали в сторону ворот Торнадо. Все, первый период закончился. Погнали домой, ребята. Все такое. А, нельзя, да, здесь? Да, да. Ну, думаю, на сегодня хоккея хватит. Деду Шурави. Поэтому все, ребятки, до новых встреч на голубых экранах. Любители спорта. Ну, друзья, мы заканчиваем репортаж той же пары уточек, которые тут ходят уже несколько часов. Утка и селезень, да, ребята? Вот такие молодцы, они уже не боятся меня. Что-то там ищут кальций, наверное. Вот такие молодцы.